Всем доброе утро. Блин, забыл очки в машине. Ну ладно, без очков пойдем. Я сегодня красивая. У нас сегодня дождь ночью был, гром такой гремел. Мамочка дорогая, такие молнии сверкала. Вообще так классно спалось, обожаю спать при дожде. А еще гром такой прям бум-бум, все сверкает. В общем, класс. Море спокойное, сейчас посмотрим. Смотрите, какое. Море шикарное, видите? Можно опять ехать купаться. И вроде не холодно сегодня уже, такой ветра нет свежего, как вот те дни. В общем, лето возвращается, я так думаю. Хотя на сегодня тоже дождь передавали. Но посмотрим. Я дождь люблю. Главное, чтобы не с утра, когда мои клиенточки приходят. А потом хоть чё. Тоже у меня тут готовится. Грибы с яйцами. Две сосиски. И баклажаны. Там я чесночком помазала. И солью, и с маслицем. Должно быть вкусно. Так что вот так вот сегодня будем лопать. И вам всем приятного аппетита. Мне кажется, они уже готовы. Знаете, чем я занимаюсь? Блин, борьбу с комарами. Это какая-то жесть вообще. Столько комаров от этой влажности, у меня все ноги искусало. Вот отсюда летит вообще стая комаров. Я пока тут посуду мыла и готовила что-то. Меня всю ноги сожрали. Я еще вчера вспоминаю, думаю, что у меня зачес такой? Так это комары, представляете? От этой влажности это кошмар какой-то. Вот я сижу как это, хлопаю в ладоши. Комара. Кофейку заварила себе. Сейчас попью и на работу пойду. Все ноги искусаны, ей-богу, вообще. Маленькие такие, противные. Именно вот из-за дождя, из-за всего вот этого, вот они расплодились. Ужас. Хотела чай, но чай я уже попила. Утром чай, в обед чаек, вечером чаище, поэтому кофеек. Такой растворимый, какой я постоянно беру. Я и так это, и то это кофейный напиток. Вкусненько. Кстати, у меня подруга сегодня сдала на права. Так что, Танечка, поздравляю тебя. В наших рядах автоледи пополнение. Желаю тебе, чтобы у тебя всегда была ровная дорога и никаких аварий. Она очень, как говорится, боялась. Ну, все мы боимся. И каких-то экзаменов. Очень думала, что, как говорится, нелегко они ей дались, но я в нее верила, что все будет хорошо и что она обязательно сдаст. Просто по-другому не могло быть иначе. Так что вот так вот. Осталось самой машину купить, но это фигня. А вот экзамены, я ненавижу экзамены, не люблю учиться вообще. Хотя, знаете, учусь, у меня много чего и много где училась. Но не люблю, особенно экзамены, вот это вот состояние мандража, вот это вот дрожь в коленках. Ой, мамочки, как вспомнишь, как это все тяжело, эти экзамены, как будто до потери сознания. Не, не надо. Все желание учиться у меня отпадает. Я вообще поражаюсь, вот у меня есть клиентки, им уже за много лет, 40 с лишним, они все учатся и учатся, куда-то учатся. Нет, я не такой человек. Хотя хрен его знает. На парикмахеров 30 с лишним выучилась. Тоже были такие же экзамены и все. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Может быть, оно и так. Ладно, буду я дальше продолжать борьбу с комарами, но это какая-то жесть. В общем-то, вот этот аппарат я его на ночь включаю. Но сейчас просто включать на всю квартиру. И на работе такая же фигня. Вот представляете, влажность, вот это вот воздух, тепло. И вот они, гады, летают.
Это ужас какой-то, нашествие комаров. На улице опять сильная парилка. Едем на пляж гулять с Чарли. А потом в спортзал. Все это нужно делать в ритме, в темпе. Часть от нас езды в Альмерии и дальше в Мурсии. На Майорке льют ужасные дожди, все заливает, сделала, эти дожди причинили много вреда, есть даже погибшие, 3 человека, насколько я знаю, сегодня было в обед. В общем, пипец. А у нас, смотрите, какая погода. У нас небо, у нас ночью был дождь, да, гром. Но море вот такое спокойное. Не знаю, насколько теплое, но вижу, люди купаются. И сегодня опять жарище, духотища. В общем, лето никуда не ушло. Но вот очень много вреда причинили эти дожди. Вообще, так жалко. Сегодня все утро телек смотрели с клиентами. Там страсть, что творится. Вообще, и вот разговаривали, что клиенточки-то мои все вон там живут, на горе. Я говорю, вам хорошо, говорю, до вас не дойдет. Такие... Ой, мусор выбросить. Такие непогоды. А одна живет и говорит, прикинь, если до меня типа дойдет. Я говорю, ну если уж до тебя дойдет, то это все, это Ноев ковчег. Потому что, ну посмотрите, чтобы до Тудова дождь догнал. Вообще очень страшно, потому что...
Вот рассказывали, как один мужчина погиб. Их ехали они в машине, двое братьев, и заехали в туннель, ну, в городе, и просто там их настигла вода. И я не знаю, один брат спасся, а второй брат нет. Я не знаю, почему он не вышел из машины. Может быть, знаете, машину жалко, скажет, как-нибудь ее смогу спасти, вытащить. И, в общем, вот так вот погиб там. Представляете, какая страсть? Потому что здесь горы, да? Если сильный дождь, то все эти горы хлынут на города. А по природе есть такие рамблы, называются, куда горные реки стекают, как говорится, испокон веков. А на этих рамблах, ну, стоки воды с гор, строят всякие дома, все, в общем, не, как говорится, уважают природу и строят где хотят. И потом в один прекрасный момент все эти реки горные просто спускаются с гор и затапливают все на своем пути. И эти вот дома, поэтому у нас в городе, ну, есть такие, как их назвать-то, стоки, реки сухие, откуда вот спускается вода. И нужно быть очень осторожными. Вот сегодня на Майорке, там, на Майорке, по-моему, да? Ну, идет. В общем, передавали, что лучше не выходить из дома, сидеть дома, в машину садиться, если только уж прям слишком большая необходимость. В общем, да, много принесло вреда. Вода – это такая разрушительная сила, что если, блин, что и как, то тебя уже ничего не спасет. А у нас вот так. Слава богу, прошло стороной. Хотя тоже передавали, что дождь будет, но нет. С собачками гуляют. И слава богу. Но парилка прям конкретная такая, знаете, парит. Ну, прям чувствуется влажность. Пускай. Смотрю на море, прям хоть это, ныряй, бей. В воскресенье ехай и ныряй. А может быть и нырну. Кто знает. Потому что я не хочу еще зиму. Так, все, идем быстренько домой. И в спортзал. Потому что суббота и воскресенье. Надо, кстати, у них узнать, когда они уже открывают по выходным. Кажется, уже открыли. Хотя не очень хочется выходные. Завтра я точно не смогу по субботам. У меня завтра народ. Особенно на после обеда. С утра мне опять надо с утра пораньше ехать, блин. Одна клиентка постоянная, у нее свадьба, в общем, тоже. Сейчас сезон свадеб, поэтому хорошо. А после обеда у нас там живет рядом мэр нашего города. Вот это всего города, да. Но деревня – это не деревня, это город. И она ко мне иногда ходит, когда у нее очень кудрявый волос, и она сама его укладывает. Но когда ей нужно быть более презентабельно, она его выпрямляет. У нее очень много волос, и она ходит ко мне. Ну, где-то раз в месяц, может быть, чаще, когда ей нужно кого-то там, я не знаю. Может, завтра. А свадьбу она тоже делает, так как она представитель власти. Она свадьбу делает. Может быть, у нее завтра и свадьба у кого-то будет, я даже не знаю. Вот спрошу. В общем, она придет 5:30 вечера. А у нее такой волос длинный, во-первых. Во-вторых, очень кудрявый. В-третьих, его очень густой, много. В общем, мороки с ним много. Я ее укладываю где-то 1-1.5 часа, несмотря на то, что я работаю очень быстро. Так что, помимо нее еще есть клиенты. В общем, завтра мне придется работать. И не до спортклуба будет. А воскресенье? Ну, воскресенье отдыхать надо. Какое? Может быть, вон на пляж съезжу. Там тоже. В общем, что я им рассказываю? Вы подписывайтесь и будьте в курсе во всех моих событий. Слова из головы вылетели. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем общаться. Иду домой. У меня сегодня такой расслабительный день был. Классный. После сумбы я залезла в бассейн. Где тут камера-то? После бассейна я залезла в сауну. Потом я сделала пилинг лица. Кстати, у меня закончился пилинг. Пилинг называется, да? Надо купить в понедельник.
щеточкой так морду отшкрябала хорошенечко, хорошенечко. Так что сейчас приду, как раз остыну и кремами намажусь. Может быть, масочку какую-нибудь забацаю. Посмотрим. Очень шикарно. В бассейне поплавала, народу было в бассейне очень мало. Целая дорожка для меня одной. Я нанырялась, как младенец. Так как я сегодня макияж смыла перед тем, как залезть в бассейн. В общем, расслабуха. Полным ходом. Иду домой. Время около 10, 10 час. Чаю попью, наверное, и все. В это время уже все. Жрать-то нельзя. Ну, ничего. Мне, в принципе-то, и не хочется. Очень хочется сильно пить. Я всю воду выпила. Но пить хочется. Чая какого-нибудь забацаю. Слипы, слипы. У меня есть липа. Блин. Ветки в морду. Ворачиваться надо, заразы. В общем, вот так. Классно. Что я могу сказать? Ой, что рука уже устала у меня. На улице шикарная вообще погода. Просто суперская. Такая классная, знаете, вот когда, не знаю, как российское лето. Вот так можно сказать. Прям классно. Посередине дороги. Дойти бы до дома и завалиться на диван. И лежать, отдыхать. Завтра рабочий день, суббота. Так и не люблю. Ну, хорошо, что только одна суббота в неделю. О, что это? Иди, зараза, я тут снимаю. Не могу кремами намазаться, вся потная сижу. Вообще вся, вот прям вся. Вот Чарлино место любимое. Он тут любит сидеть. Там игрушки его. Да на одну только принес. Надо еще парочку ему принести. И умывается, как всегда. Он же у меня чистюля. Чарли, Чарли, а на лбу звезда горит, это мои поцелуи горячие. У него постоянно на лбу мои поцелуи, люблю я его в лобик целовать, да. Не только в лобик, везде я его люблю целовать, да, да, и он любит целовать, мы любим целоваться. Да, мы любим целоваться. Мининютик. Тикитину. Да, моя лапа, такая радость моя. Ой, 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 как мама любит. Ой, как мама любит. И мама любит, да. Вот так вот мы любим друг друга. Фу, лезет козел. Козел такой лезет, лезет все из него шерсть клоками. Пылесосы два штуки не справляются. Один такой елозит, второй... обычный. И шерсти страсть сколько. Каждый день выгребаю хоть это, носки себе вяжи. Кстати, носки с собачьей шерсти, говорят, очень полезные. И пояс, который вот на спину, на поясницу, тоже, говорят, очень полезный. Может быть, заняться таким бизнесом, как вы считаете? Пишите в комментариях. Собирать мне шерсти и вязать... По Ютубу научусь. Хотя я в детстве вязала. У меня бабушка очень хорошо вязала. Представляете, я не умею. Я в деревне выросла, не умею ни корову доить. Она мне всегда говорила, а тебе это не понадобится. Не вязать. Это не мое. У меня терпения не хватает на вязание. Хотя, говорят, это расслабляет. Меня, наоборот, нервирует. Вот это вот постоянство, монотонность. Меня прям выводит из себя. Мне нужно что-то такое энергичное, чтобы вот сейчас и вот сейчас и больше никогда. Поэтому я не вязать, хотя шить умею, даже училась на швею. Ну, шить там побыстрее, вязание это совсем другое. В общем, ладно, не буду вдаваться в подробности. Буду с вами прощаться, потому что что? У меня начался большой брат по телевизору, испанскому телевидению, большой брат. И что-то они каждый день, каждый божий день, то есть позавчера, вчера и сегодня, и опять что-то я не пойму. Кстати, большой брат VIP, то есть там с знаменитостями. Вот сижу, смотрю. Муж, конечно, офигевает, то ему приходится уходить в другую комнату и смотреть. Хотя он и уже и к этому привыкает. Но он не любит такие... Ну, не то, что не любит такие передачи, но лучше он какой-нибудь футбол посмотрит, чем это какие-то развлекательные программы, скажем так. Так что сейчас буду смотреть эту передачу.
завалюсь на диван. Влог я почти смонтировала. Мне там осталось только вот этот кусочек добавить, где я прощаюсь с вами. Чем и займемся. Всего вам самого лучшего, приятных выходных. Отдохните, ух, как следует. Всем пока и до завтра.